Привет, когда вы с вами Стасен, и сегодня поговорим про запотевание заливной горловины у двигателя масляного. Кто-то говорит ерунда, кто-то говорит беда. Ну, во-первых, какая задача у заливной горловины, у крышки заливной горловины? Герметизация. Если у вас потеет, это одно, если сочится масло, это другое. Что пишут ваши любимые сайты? Необходимо заменить крышку. Крышка до начала кризиса стоила 800 рублей в интернете. Сейчас, естественно, дороже. А стоит ли заменять крышку или просто надо разобраться в ситуации? Сейчас разбираемся в ситуации. Так, крышка максимально загрязняется. Поднимаем резинку. Все там чистим под резинкой. Итак, все прочищаем. И все должно быть у нас окей. Сейчас проверим. Антикризисная программа. Итак, все насухо вычистили. Крышка у нас тоже чистенькая. Сейчас ее ставим. И из-за того, что у него была грязь по зазору, проходил легкое запотевание. Сейчас все проверим. И понаваливаем по полной программе. Масляное запотевание. А крышки тупо нету. Как видим, пройдено более 1000 километров по городу. Масляного запотевания тупо нету. Просто надо было почистить резиновый уплотнитель от грязи. И тогда, как говорится, запотевание пропадает. А вот для нашего подписчика, видишь, как должно быть. Никогда не трогал, все окей. Про что он знает. Приезжай к дилеру и добивайся ревизии и замены. Как вы видели, достаточно просто почистить уплотнитель. 4 года нечисто, почистили и все нормально. Никаких соплей нету. Не стоит закупаться крышками или резиновыми уплотнителями. Все делается легко и просто. Чистота — залог здоровья, тем более в этой ситуации, которая у нас сейчас в мире. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.